Дорогие наши, обожаемые каждым, специалисты Центра еврейской медицины Бейер Давид. Уже по доброй традиции, которая сложилась несколько лет подряд, сегодня, в преддверии Нового года, мы хотим поздравить вас от лица всего нашего чата с наступающим новым 2021 годом. 2020 год был очень сложным для каждой семьи, для каждого человека. Мы хотим пожелать вам оставить все печали, все разочарования, всю грусть, все болезни в уходящем 2020 году. Несмотря на ту сложность года, которая была у каждого из нас, мне хочется, чтобы вы поблагодарили этот год за опыт, за силу, за то, что родные и близкие люди живы и здоровы и рядом. И хочется пожелать вам в наступающем новом 2021 году самого теплого, самого светлого, самого доброго, что есть в этом мире. Мне безумно хочется, как и каждому из нас, чтобы поскорее были открыты границы, чтобы каждый ребенок, который так нуждается в вашей помощи, мог оказаться в ваших волшебных руках, в тех руках, которые единственные во всем мире способны помочь деткам с особенностями развития. Мы благодарим вас за этот год. Несмотря на карантин и сложности, вы не оставили никого из нас в сложную минуту. Мы желаем вам здравия. Пусть Господь помогает вам во всех ваших планах, в достижении всех ваших мечт. Пусть сопутствует удача вам в будущем году. Спасибо вам за все. Мы вас любим. С наступающим Новым годом! Дорогой мой центр, ты для нашей семьи целая вселенная. Теплая, огромная, излучающая свет. В этой вселенной добрые глаза Давида, мягкая улыбка Юзефы, уверенные руки Шлома и Асафа, опыт и мудрость Аркадия, душевность и профессионализм дорогой Римочки и звонкий голосок Настеньки. Мой центр, ты подарил нашей семье то, что не купить ни за какие деньги в мире. Здоровье, счастье и гармонию. Я хочу, чтобы в наступающем году никто и ничто не посмело встать на пути твоего роста и процветания. Пусть новогоднее чудо ярким потоком смоет все препятствия и подарит благополучие и радость в каждый из дней 2021 года. Доброе волшебство, сотворяемое в центре для блага людей, пусть возвращается в твои стены, мой Бейер Давид, в 100 раз приумноженным. Любимые мои, здоровья и радости каждому из вас и вашим семьям в новом году. Давид и Юсефов, поздравляем вас с Новым годом! Давид и Юсефа, с Новым годом вас! Здоровья вам и вашей семье! Ура! Саша. Наши дорогие Давид и Юсефа, мы поздравляем вас с Новым годом! Наши драгоценные люди, всех вам благословений, любим вас! С Новым годом!
удачливы, добра вам и всего самого-самого наилучшего. Дядя Давид и тетя Исайфа, с Новым годом! Я вешу елку! Дорогие сотрудники центра БР Давид, мы поздравляем вас с наступающим 2021 годом. Желаем всего самого-самого хорошего. Уважаемый Давид, Юсефа, сотрудники центра БР Давид. Анахну мишпахат Табацман, Мигаир Симферополь, Мурахим Атхем, Алихашана, Хадашага Крова. Желаем здоровья, благополучия и процветания вам и вашим семьям. Мы надеемся, что у нас с сыном в ближайшее время появится возможность посетить вашу клинику в Иерусалиме. Нитрае бейрушалаем бешанага хадеша. С Новым годом! Зад. Сапушка, снега тюки шатят в школу, Новый год у тебя дорожь шутит. Как на кадуру идти по шашлику, я на посыпку. Давид и Юсефа, поздравляем вас с Новым годом! Давид, Юсефа, доктор Аркадий, доктор Рима, всех сотрудников БР Давид поздравляем с наступающим Новым годом. Желаем вам здоровья, счастья и успехов во всем. Ура! В этот праздник дальше елка. Нарядили все иголки. В каждой пляже есть поет. Здравствуй, здравствуй, Новый год. Уважаемые специалисты клиники БР Давид, поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! БР Давид, с Новым годом! Ура! Дорогие Давид и Юсефа, поздравляем вас с Новым годом! Желаем счастья, здоровья и процветания всей вашей семье! Надеемся в скором времени попасть к вам в центр! С Новым годом! Дорогие наши любимые Давид и Юсефа, мы от всей души поздравляем вас с Новым годом. Хотим пожелать вам здоровья, благополучия, всего самого-самого хорошего и доброго, чтобы детки не болели и все у всех было хорошо. Мы вас очень любим и благодарим за все-все, что вы для нас делаете. Целуем вас, обнимаем. Дорогие Давид и Юсефа, поздравляем вас с наступающим 2021 годом. Пускай все плохое, все невзгоды и печали останутся в 2020 году. Дорогие наши Давид, Юсефа, Мариночка, доктор Рима, доктор Аркадий, Асав, Шлома, Андрей, всем огромный привет!
от нашей семьи. Поздравления с Новым годом! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов, всего самого-самого наилучшего от нашей семьи. Спасибо вам большое за все, за ваш теплый прием. Желаем вам от души всего-всего самого-самого наилучшего. Очень скучаем, надеемся, что еще увидимся. Обнимаем вас крепко, целуем и желаем всего-всего самого наилучшего. С Новым годом, Центр Бир Давид! Ламултянь! Побоя! Ура! Ура! Побоя! Израиль! С Новым годом, Центр Бир Давид! Дорогие Давид Йосефа и специалисты Бер Давид Центра, поздравляем вас от всей души с наступающим Новым годом. Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, мира, благополучия, тепла и уюта вашему дому. Спасибо огромное, то, что вы есть и помогаете нам. С наступающим вас Новым годом! Дорогие доктора Центра Бер Давид, поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем успехов и здоровья! С Новым годом, Бер Давид, все специалисты Давид Йосефа! Крепкого вам здоровья, счастья в следующем году, всего самого наилучшего! И до скорой встречи в 2021 году! Мы вас очень любим! Низкий поклон за все, что вы делаете! Спасибо вам, спасибо, спасибо, спасибо! С Новым годом! Новый год, Новый год, ёлка, шарики, хлопушки. Новый год, Новый год, дискотека, серпантин. Новый год, Новый год, всем подарки под подушки отпускай. Новый год, никуда мы не хотим. Новый год! С Новым годом, дорогой наш центр Бер Давид! Поздравляем от всей души всех специалистов нашего дорогого, глубоко уважаемого центра. С Новым годом! Ура! Ура!